настало время сегодня наконец-то сбежать с этой темной тюрьмы. Хватит уже здесь сидеть. Сегодня мы точно отсюда сбежим и узнаем, что же нас ждет в конце, да? Друзья мои, с вами канал Funny Family Games TV. Мы сегодня с Миланой будем совершать третий побег Стикмана. Главарь какой. Да я думаю, здесь главаря не будет. Ну давай узнаем, что будет в конце, друзья мои. Обязательно досмотрите это видео до конца и поставьте лайкос. А мы начинаем. Лайк. Погнали! Итак, давайте же сначала посмотрим, сколько мы уже тюрьм прошли. Так, 12, 24, 36. Вот сколько! Мы остановились на 41-й тюрьме. И, в общем-то, нам сегодня предстоит 8 тюрьм сбежать. Ну что, погнали, поехали. Блин, я совсем забыл, в прошлый раз же я остановился в темноте. Помнишь? Капец, куда идти? Так. Вот тут шипы наверху, смотри. Вот так. Я вижу, да, шипы, подожди, тихо. А зачем мне... тут тоже шипы. Ключ. Блин, карта поменялась, что ли? Или такая же? Кто выключил свет, написано. Реально, кто в тюрьме выключил свет? Там и так темно, как в темнице сидишь, там все вечно коричневое, темное, черное какое-то, непонятное. Ай-яй-яй, тихо, блин. Я знаю, кто-то выключил свет. Это злой охранник! Найти его. А, все, сбегаем отсюда. Так, Милана, 41-ю прошли, 42-я. Передохни, написано. Ты что? А что передохни-то? Ну, передохну и что? Передохни! Подожди, куда? Все, я стою, я ничего не делаю. Блин, это произошло? Да. Все, серьезно? А что делать-то надо? Передохни. Надо быстро бежать. Куда? Стена двигается с обоих сторон. А может ключ не надо брать? Ну-ка подойдем просто к двери. Не, а закрыто. Блин, ключ по-любому надо брать. Куда бежать только? Быстрее бежим. Да я не успею, правда, я туда не успею. Ах! Друзья мои, напишите в комментариях, что нужно делать, правда? Ты что сам? Тебе легко сдаться, ты нет того, чтобы подсказывать мне. Ты говоришь, сам давай. Вот как, понимаешь ли, доченька помогает мне. Окей, кап. Три, пойдем, побыстрее, быстрее бежим. Да нет, тут никак не успеть. А может надо сквозь эти пройти штуки? Нет! Уф, блин, да вообще не знаю. Два вопроса. Так, подожди, передохни. У меня возникла идея. А что если мы возьмем ключ и нажмем паузу? Тут же написано передохни. Ну, давай попробуем, это не 100%. Ну, давай попробуем. Берем ключ. Паузу. Нажимаем паузу. Передыхаем какое-то время, отдыхаем. Ну чё, как дела? Как жизнь-то вообще? Хорошо. Газетку читаем? Да. Да? А я вот... чаек попиваю тут, понимаешь ли. Ну мы тут передыхаем. Ладно, хватит болтать, побежали с тюрьмы, быстрей. Что? Ну вот давай смотреть теперь что. О, я ж сказал, давай 5. Передохни. Точно, они назад, эти стенки, короче, сдвинулись. И мы можем теперь идти смело. Спасибо, и никто нас. Стеночки. Гоу, на следующий уровень. Гоу, няня, гоу. Кто так говорит у нас? Догадайтесь, у нас Данюшка не знает вперед, он только говорит гоу. Ну гоу, вперед на следующий уровень, ну он да, говорит. Как ну что? Понять, что надо делать? Да я откуда знаю, вон ключ, пойдем возьмем. Берем ключ, толкаю. Может не надо было брать? Так, что такое опять? Гоу, папа гоу. А что делать-то гоу, куда гоу? Таракашка, скажи, что делать, боже ты мой. Хорош там паутинку свою пускать уже. Не, а что делать, правда, что? Подожди, может толкать? А может не надо брать? Блин, да что такое? Все время тут какая-то загвоздка. Мы отсюда сбежим вообще или нет? Пап. Думаешь, на паузу надо просто нажать? Ну давай попробуем. Давай вернемся домой. Мы остановились на ком? На 43-м? О, реально, 44-й появился? Ты молодец, откуда ты догадалась? Ничего себе, Милана, ты продвинутая, я тебе скажу. Оказывается, просто надо было зайти в меню и просто на 44-й уровень, вот он появился. Гравитация бессердечная. Подожди, а что вообще происходит? Я стукаюсь об стенку и начинаю то вверх, то вниз, смотри. Оп, стукнулся, сейчас вверх бегу. Ах, блин. Так, бежим теперь наверх, боже ты мой. Так, колючечки теперь вниз. Ползаем.
летим, где западёшь. Куда летим, боже ты мой, давай же уже. Полетели. Фу. Ну это было как? Так, простенько в принципе. Этот уровень можешь не проходить. Чё? Этот уровень могу не проходить. Ну все, ладно, короче, все, давай, пока. Все, друзья, видео закончено. Всем удачи, всем пока-пока. Вышли уже в радиому. Да что такое? Напишем даже, не проходить этот уровень. Ну что тут сделать-то надо? 45-й уровень, друзья мои. Беру ключ. Что теперь? Я думаю, сейчас в этот раз это не пройдет. Ой-ой-ой. Так, что-то я пролистал. Нет, ничего не открылось. Да. О! Ты видела? Ворота-то открылись сами. Крутяк. А ты, я, ты что, я не понял, вообще в нее играла, что ли? Нет. Откуда ты все знаешь? Что-то тут не так, да? Странно. Эй, ты где? Да вот же я! Что, не видно, что ли, меня? Хотя да, не видно. Блин, я исчезаю, я не вижу себя, прикиньте. Вот смотрите, все нормально. Как только я сделаю шаг, все, я исчезаю. Все, пожалуйста. Понимаешь, я как бы живой. Я невидимка, но я должен попытаться добраться. Я знаю, до... Что? Смотри, так вот идешь. Здорово. А как я увижу, куда я иду? Я же себя не вижу. Короче, это капец как тяжело. Тут реально себя не видно. Так, вот вроде бы я сейчас дошел до двери, долго держал. Так, есть! Есть, я дошел! Теперь нужно спокойно спуститься, осторожно. Блин, главное на колючки не нарваться. Вот даже не знаю, спустился или нет. Давай будем считать, что спустился. Ай-яй-яй! Тут не видно ничего, ах, какая же досада. Ладно, давай еще раз. Ну что ж ты так исчезаешь быстро, стикманок? Пора уже сбежать с этой тюрьмы. Есть, взял ключ. Где? Так, Милан, есть, есть, давай, есть, я прошел. Давай две пятюни, две. Да я же говорю, две. Ладно, эй. Нет? Что, нет? А что же я тогда пять у тебя просил? Тут опять написано, эй, ты где? Я тут обрадовался, а я не прошел! Фух, да. Вот сейчас точно дошел до двери. Вот нажимаю, теперь прыгну. Ну я же не вижу, ударился я об них или нет, понимаешь? Да блин, ну как так? Все. Ну пожалуйста, пройди. Есть! Вот сейчас точно, вот сейчас давай две пятюни. Есть! Так, 47-я тюрьма, друзья, у нас. А давай прочитаем сначала, что написано. А здесь написано следующее. Всегда есть запасной выход. Почему же его раньше не было-то? А вот именно в 47-м туре вдруг он есть. А раньше-то никогда не было запасного выхода. Да вот не знаю, давай-ка попробуем сначала, знаешь что, вот пойти на то место, где лежит ключ. Вот тут ключ нет. Пощелкаем, побьем, постоим. Попукаем, ничего не помогает, боже ты мой. Кто-нибудь, пойдем к таракашке подойдем. Таракашка. Привет, привет, таракашка. Ты знаешь, как сбежать из тюрьмы? К сожалению, я не разговариваю на твоем, человек. Он же сказал по-человечески только что. Тебе послышалось. Ладно, помогите мне кто-нибудь. Что? Подожди. Они меня не убили? А ну-ка проходим. Прикинь, вот такое даже бывает. 48-я тюрьма, если бы у меня была эта игра, я бы с тобой поделился. Если бы у меня была эта игра, я бы с тобой поделился. В чем загвоздка? Подожди, ну-ка. Поделиться надо в соцсетях, вот же штука вот эта. Кажется, не сработало. Да. Если бы у меня была бы эта игра, я бы с тобой поделился. Ну давай пробуем еще раз. Нажимаем в соцсети. И ничего не происходит. Все подвисает сразу. Мы что, не сбежим отсюда, что ли? Никогда. Последний тур остался. Как так? А в общем-то у нас на этом моменте зависает игра. Я не знаю, как пройти. Давай воспользуемся подсказкой, да. Нажимаем подсказку. А чтобы узнать ответ, необходимо посмотреть рекламу. Смотрим. Пауза, затем поделиться. Ну, мы так пробовали. Я так и думал, что нам нужно поделиться, но у нас этот номер не проканывает. Давайте мы просто нажмем кнопочку «Пройти» и посмотрим, что будет в конце. Погнали!
Есть! Сбежали! Посмотри, мы на свободе! Солнце, травка, небо голубое! Это все мое родное! Ну, собственно говоря, друзья, мы сбежали с этой тюрьмы! Милана, давай пять! Мы прошли всю с тобой игру! Эпик фейл был. Вместо руки микрофон получил 5. Скоро мы ожидаем какие-то, наверное, новые уровни, либо, может быть, нас поймает полиция, я не знаю, что будет дальше, но мы узнаем. Ну а сегодня мы прошли полностью всю игру One Level Stickman Jailbreak. Друзья мои, ну что, вы были сегодня на канале Funny Family Games TV. Обязательно ставьте лайк этому видео и пишите комментарии, какую еще игру нам поиграть и, конечно же, пройти на канале Funny Family Games TV. Всем удачи, всем пока-пока!